со смартом на плазму компании Microsoft? Нет. Не знаю даже какого размера. Не добивает. Компания Microsoft тоже не касается этих денег. Никто не касается. Это вообще деньги в воздухе. Смотрите, они сейчас полетят. Ребята говорят, сейчас они дадут ли сайта, и все, у кого есть биткоин, и каждый может попробовать перевести деньги. USD 44.20. Не, да. Меньше. Меньше. 4.42 USD. Bitcoin.com.ua.me. Точка ми, да. А это первый хакатон, на котором вам сразу окей. Окей. Пришло. Так, один приз. О, пошло. Есть! На этой хорошей ноте первая команда свой приз получила. Это сколько? Не знаю. Это не очень много. 5 баксов. Не, за 5 баксов. Вы взяли блокчейн инфа. На ровном месте. Конечно. Тогда вы заработали биткоин. Все, спасибо. Нам надо минут 10 судьям свести концы с концами. Это баллы с баллами. И успеют некоторые попить кофе, сходить, подышать на балкон. И возвращаемся через 15 минут. Спасибо. Я бы заработал, если я не знаю, что я не знаю.